наблюдения о периодах жизни и здоровья. Вот я у себя наблюдал, там с детства особо не болел, в школе вот что-то началось такое, бывало, там ангины, потом проблемы с кровью, то есть чирики были, это уже серьезный. Потом вроде бы ничего не было так. В армии период был. Ну, вообще не болел. Что удивительно. Суровые условия, здоровье было. После армии начались опять ангины, всякая фигня меня. Вот, потом несколько иные вещи. Вот, ну, то есть у каждого человека это было. И вот где-то, ну, наверное, передачи-то кончились на телевидении. Это мне было. Значит, 10-й год. Это мне было 56. Вот где-то с 58 до 63 какие-то такие неприятные вещи были. Особенно там со спиной. Вот. То есть какой-то такой период, что организм вот разрушался, спина, суставы, все это там болело. Я вот так особо руку не мог покрутить. Боли такие были. Вот это. Сейчас 65-й пошел. Вот где-то 64-го здоровье начало улучшаться. Это так. Как-то что-то такое в организме произошло. Ты что-то перерос, что ли. И сейчас, можно сказать, открылось новое дыхание. Вот такие вот вещи. Вот помню, зубы были нормальные. А в одно прекрасное время, это, наверное, после 40, как начали сыпаться. А потом бах, все это, то, что это должно было осыпаться, осыпалось. А остальное, вот, думаешь, туда дальше они могут разрушаться, ничего подобного. Остались то, что осталось. И держится, как ни в чем не бывало. Вот. Такие вещи. То есть иногда надо как-то действительно перерасти это, переосмыслить. Вот, скорее всего, наверное, все эти болячки, жизненные невзгоды там и проблемы, они привели к тому, что ты переосмыслил многое и стал совсем по-другому к этому относиться. Вот, и все это отношение. Доброе здоровье. Доброе утро. Вот, и это отношение внутри тебя вызвало интересную такую перестройку. Что вот эти действительно, как бы сказать, эмоции, переживания, память, еще что-то, они тебя разрушают, то есть разрушают,
на уровне эфирного тела. То есть наша крепость, как бы сказать, организма, она строится, уже много раз я повторяю, с уровня энергетики. Энергетики, ну, начиная, будем говорить, ум, чувства, которые расшатываются. Потом наша, так сказать, энергетическая установка, праническое тело, впаянное в эфирное, все это дело, так сказать, выстраивается. Все это расшатывается там. А последствия уже в виде того или иного сбрасывается, вернее, мы видим на физическом теле и думаем, вот и вот, вот что-то там поправить, подделать. Увы, надо начинать с чертежей. И вот скажу вам, вот как только я осознал, что связь бывает, вернее, устанавливается связь между людьми, с которыми мы контачили, на которых там обиделись, ну, с которыми были какие-то, знаете, в жизни там переделки, переплеты. Все это образовало связи, которые нашей же жизненной энергией и поддерживалась. Да, тот человек может забыть о вас, но вы-то помните, вообще-то там, грубо говоря, знаете, вот след остался, и вот этот след, в зависимости от силы переживаний, длительности переживаний, он нашу жизненную энергию по этому следу и сбрасывает. И вот надо осознанно отрубить. Простыми, казалось бы, действиями. Очень простыми. Но, тем не менее, на этом все, оказывается, в тонком мире и построено. То есть осознание этого процесса, первое. Второе. Ты говоришь, прости меня грешного, и я тебя прощаю. И та связь, которая у нас имеется, она рассыпается там, растворяется, распадается, как угодно. А вот энергия, которая образовывала эту связь, мне мой потенциал, который я потратил, возвращается. А вам ваше все. Дальше мы ничем не связаны. И движемся согласно своей судьбе, каждой своей судьбе. Все. И вот это я поделал и делаю, продолжаю делать. Но вначале я особенно, так сказать, активно это все делал. И память подсказывала, какие там переживания. Естественно, начинаются, могут быть, с родителями. Они начинаются там с малолетними друзьями, с которыми вы были знакомы, с школьные годы, юность, зрелость. Вот последние, так сказать, наработки, которые у вас были по жизни. Все это я так раз. Вот придет мысль, всплывает тот человек, я вот это произношу, опачки, связь разрывается. Бывает, не с первого раза разрывается, но, тем не менее, чувствуете, что еще что-то осталось. Она как бы всплывет опять. И вот этот вот именно тонкий, энергетический, самый мощный, самый нужный, самый важный потенциал перестал расходоваться. Перестал расходоваться, начал накопляться. Это вылилось в том, что вот я почувствовал улучшение по всем параметрам, даже по параметрам судьбы.
изменяется судьба, начинают приглашать, говорит, на различные мероприятия, там возможность заработать средства появляется. Не вы, а вас приглашают. Вот что интересно. Ну и здоровье. И здоровье вот. Чувствуется, что ты сбросил так лет 15-20. Вот интересный феномен. И вот я читал ваши отзывы про мои книги. «Целительные силы». 4 книги первые были. Что вот у них, как бы сказать, все там изложено. Я бы не сказал, что это все там изложено. Я несколько раз их, будем говорить, дополнял, шлифовал, потом остановился. И в конце концов я заделал «Основы здоровья», это где-то 2000 год. Вот этот труд, он более зрелый. А сейчас я все-таки, когда работал над темой оздоровления, нет-нет, да поймал себя на мысли, на такой мысли, что я где-то с середины работаю, начинаю. А вот что за дальше, вот с самого начала никак не мог начинать. И вот, естественно, любое дело требует сначала сбор материала, потом его обработка, а потом изложение. И то, что было до меня собрано, ну, что касается физиологии, там по разным органам, по разным системам, это было все довольно-таки хорошо изложено. А вот что касается тонких тел человека, его первоосновы на самом деле. А вот насчет этого ничего не было особо знакомо. Так, что-то тут домысливаешь, вот это вот собирается по крупицам там-сям. Ну, естественно, свой собственный опыт. Потому что только свой собственный опыт позволяет понимать, насколько информация, которую ты получил из книг, которая так как-то она пришла к тебе, она работает. Вот, и вот проделав вот это вот, я бы так сказал бы, отвязки от разного рода людей, с которыми ты был раньше связан невидимыми этими вещами, как паутиной, понимаете? Вот как в паутине мушка там брухтается, теряя силы с каждым разом. Так и вот тут интересная вещь. Ну и плюс другое. Другие вещи, как бы сказать, выходят, которые ты начинаешь осознавать, с которыми ты начинаешь работать. И видишь, что это действительно то, что надо. То есть это дальнейшее развитие. И вот как это все это созреет у меня, все это появится. Это еще больший труд. Понимаете, как бы сказать, вот то, что я сделал, можно взять за единицу. А то, что предстоит сделать, это возможно где-то в 50, а в 100 раз больше. И вообще, это такая никому неизвестная пахота. Ну, насколько мне это удастся сделать, настолько я сделаю. И тогда начнется, допустим, следующий капитальный труд с изложения с уровня духа. Дух, частица Божья, начинает свою деятельность.
То есть выстраивать тела. А тут плюс. Как? Вот что вообще на эти тела, на что нашу судьбу, на что наше здоровье влияет? Вот так, если взять. Да, влияет наши отношения, наши как бы устремления, вот, наши переживания, наши мысли, которые были воплощены в дела, что получилось, что не получилось. И все это откладывается, будем говорить, в памяти не той, которая сейчас у нас, а во время смерти она переходит в новое качество. То есть смерть как нормальная составляющая жизни нужна для того, чтобы информация, которую мы приобретаем в течение вот этой жизни, она была, как бы сказать, переварена и встроена в новую, будем говорить, модель духа. То есть он обновляется с учетом каждой жизни. Что-то в нем меняется. Что-то в нем совершенствуется. Либо наоборот, он может, будем говорить, остановиться в своем развитии для того, чтобы решить эту проблему. Поэтому проблемы, которые возникают, надо решать здесь, сейчас. Там они не решаются. Там они просто откладываются для того, чтобы вот здесь все это дело делалось. И вот как это все это влияет на нас? Ну, тут, видите, не просто здоровье. Вот мы там здоровье. Тут все оказывается. Судьба, наше устремление, успешность. Ну, все это входит в понятие судьбы. Судьбинюшки. Это и здоровье, это и успех, это и наше, так сказать, вот понимание жизни, отношение к жизни, к другим людям и к планете в целом. Все это там. Вот. И когда мы рождаемся, вот и начинаются тут различные проблемы. То есть можно наработать такой иммунитет там. Ну, в смысле, в прошлых жизнях, да? Что вообще никакая болячка там, вирусы и прочее к нам не пристанет. А можно жизнь так провести. Я говорю, это бездарно, когда человек своему уму ни хрена, ничего, вот не мыслит, вот он застал, то все. 5-10 гаджеты, машины, вон она, говорит, у меня великолепная машина, но я хожу пешком для того, чтобы мой организм работал нормально. Хотя и в машину вложил достаточно денег, чтобы она работала нормально. Вот, и не уткнулся в эти гаджеты, а понимает, что они тебе могут помочь. То есть все 5-10 сделать, облегчить твою там какой-то там творческий процесс, но не более того, не сидеть в них, хотя и это у меня было, и в компьютерные игры играл, каюсь, все, часы напролет. То есть столько времени, сколько я потратил на компьютерные игры, причем играл практически в две игры. Unreal Tournament и этот самый стрелялка идет там, стреляет. Различные там Египет, потом Южная Америка. А, Серьезный Сэм. Вот эти две игры я стрелял. Все, понимаете? Так вот, есть столько времени, сколько я затратил на них, я бы уже давно, наверное, выучился бы великолепно играть на фортепиане или на другом каком-то музыкальном инструменте. Но тем не менее, надо было пройти, понять суть, найти, опуститься до дна, чтобы там уже исчерпалось все это.
чтобы ты понял это, что дальше туда двигаться некуда. Ну вот так вот, то есть вот с того уровня, а потом уже телесный уровень там, с ним там работать, чтобы выглядеть и так, как, так, чтобы это тебе самому нравилось. Неважно там другим людям или еще у них там свои рекорды, а у тебя свои рекорды во всем. И в поднятии тяжести, и в зарабатывании денег, и в реализации себя самого, ну и прочим, прочим, прочим. Вот такая интересная получилась беседа. И следующая книга, которую я буду писать. Сначала надо будет собрать, обработать, проверить кое-что на себе. Потому что с каждой книгой ты становился сильнее. Писал, становился сильнее, умнее, понятливее. Вот. Ну, как бы сказать, это вроде бы работа та, что нужна была, но не точно в цель была. Вот именно точно в цель она началась тогда, когда началась работа с духовными уровнями. Ну вот так вот примерно о своих будущих перспективах. Вот, за жизнь не цепляемся, но просто так ее не отдаем. И прямо мощно мы идем. Это хорошо. Ощущается радость, уверенность. Это именно то, что говорит, что человек положился на волю Божью, на волю всего провидения и живет в этом мире как его частица творческая.